И в Башкортостане кредитные потребительские кооперативы в первом полугодии выдали займы на сумму более 2 миллиардов рублей. Это на 70% больше, чем годом ранее. По данному показателю, республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе. На начало июля в республике число действующих договоров займа превысило 11 тысяч, 9 тысяч из которых заключены за первое полугодие, что на 11% выше, чем годом ранее. В то же время общий объем средств, привлеченный кооперативами, по данным Нацбанка, сократился на треть, до 220 миллионов рублей. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 59 кредитных потребительских кооперативов. Всего в Приволжье количество действующих договоров составило 96,5 тысяч. По данному показателю лидируют Удмуртия, Мариэл и Чувашия. Башкортостан на четвертом месте. Больше всего средств за полгода смогли привлечь кредитные потребительские кооперативы Удмуртии, Кировской и Нижегородской областей. В целом по ПФО общая сумма займов за полгода достигла 9,5 миллиардов рублей.